мои. О, какие груши! Откуда у вас такие груши огромные? Это Сергей посадил. Купил специально. Но это не щепляли. Купил и сразу вот такие груши. И он Ого, там, ну вообще вот через окно огроменный. можешь показать, там даже гуси не долбут, попадали. Вот здесь было, еще немножко есть, ежевичное вино. Конечно, я его заделала на 1 октября, да? У меня уже срок, это было 45 дней, оно выстоялось. Оно бродило у меня вот под таким вот пристройством. Сюда водичку наливаю, а здесь я, чтобы воздух не проходил, в общем, заклеивала тестом обыкновенным. И вот потому здесь надо его мыть, замачивать. Это вы собирали ежевику в лесу? Собирала ежевику, ее блендером перебивала. Когда-то руками, но рука устанет до того, что Очень 2 дня вкусное болит, вино. мышцы болят. То я блендером начала, разбила блендером, добавила, но я не по рецепту, так как в интернете пишут, я немножко меньше там воды, да, на 2 раза меньше воды. Трошки воды добавила, сахару немножко. Оно 4 дня побродило у меня в этой 40-литровой эмалированной кастрюле. Потом я отжала сок сюда крышку, заклеила и водички налила. Оно булькает, там булькает, красиво. Потом через 4 дня я снимаю, пробую на вкус. И еще сахара добавила немного. Там люди стаживают время за время, но мне тяжело, бутылки тяжелые, и с ними садиться, и времени нема. Одним словом, я, да, пока оно этих 35-45 дней, это я 45 дней, 40-45, выстоялась, и это его должна была процедить в чистый бутыль, одним словом. И оно уже стоит сколько хочет, и я понемногу оттуда этим шлангом, я тут знаю, шлангом российский мой, Я знаю. не знаешь. Ну, шланг и шланг. Ну, и я его аккуратненько, чтобы не задеть, сцеживаю другую емкость, и она уже стоит сколько надо. Но поскольку ко мне приехали гости, мне некогда было его сцеживать, оно как раз первое должно было выстояться. То еще, ну, оно и пораньше может быть, ну, какая разница. Вот, и мы уже его определили. Но у меня еще 4 бутыля таких стоит. Вот. У меня 3. Да, 5 бутылей было. 3 бутля ежевичного и 2 таких банки виноградного. Ну, из мне этого ежевичный очень с понравился, ежевичный. винограда Изабелла, синенького того. Изабелла. С него хорошее вино получается. Потому что это виноград покрупнее, послаще. Вино не такое хорошее. А вот из Изабеллы хорошее. Оно мне лучше нравится. Но я его не пью, но я его купила. Ну, у меня сын водки не пьет, невестка водки не пьет, внуки уже постарше водки не пьют. Вот, они в основном вино. Подружка моя водки не пьет, Светлана, Света. Вот. И Вот я, это в Света, общем, да. их угощаю. Добрый всем вечер. Ага, уже Оля. Ага. Звездное небо. Но жалко, никогда в телефоне не видно этих звезд. Очень звездное небо, как будто бы они прям находятся, что можно их руками достать. Нормально видно хоть нас? Видно-то, Нас видно. отлично вас видно, но дело в том, что ночью вы стоите, а так Ну было бы, что... правильно, бо там ничь. А вы возле дома. Хорошо, все, давайте, раз, два, три. Все, 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 нормально, нормально, нормально. Все, давайте, поем. Нічья комісячна, зоряна ясная, видно хоч голки збирай. Вийде коханая, просею зморена. Все, переключай. Чого ти? Перший раз не затягується, скільки раз вам казати? Ну, добре. Ну, хай по-твоєму так. А, на мене по-твоєму. Вона дійсно не затягує. Так скрізь. Так скрізь. І швидше шипай, і швидше шипай. О, а тут гудіт. Сама скажи. Ніч яка місячна, зоряна ясна, є видно, хоч голки збирай. Вийде кохана, я працею зморена, хоть на хвилиночку гай. Вийде кохана, я працею зморена,
хоч на хвилиночку, гай. Два рази не затягуй. Все, давай, давай за вами. Нічяка місячна, зоряна ясна, видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Дядь Галь, ви так одразу чуть-чуть нижче взяли. Я не сяду. Дядь Галь, стоп. Такое ощущение, что мы пришли на Рождество, пришли календарь. То сідай з цього боку, ми тут сядемо. Пане господар, давай, давай. Люба, іди сюди, я тобі зараз таку історію. Іди сюди. Я... Давай я тебе так. Люба, я же скажите, покажу. Он видишь трактор. Подешу едам. Опять забыли зуб. Видишь трактор, вот. Сядем один туди на цей культиватор, один на капот, один на колесо. Вася, не видно. Ну не видно будет. Что видно? Да ничего не видно. А было бы хорошо. Я бы, а вот, видно, я бы визово стою. Вот и трактор теперь я не видно, короче. А я вы поете, а я не могу. Ну правильно. Я думаю, что ж вам дать? Ой, это... Споете. Ой, не могу. Вы смешили меня. А тогда ваши лица не очень видны. Что робить? Да, давайте. Может, боком вот так? Давай сюда. Чтобы на ваши лица, может быть... Закрывай, сюда. Да, ты на стуле. То мы прямо садимся так боку. А ну сюда, на меня смотрим. Ну, может, так бочком. Вот так бочком. Наташ, тебе лицо твоего не видно. Через тай не видно, что ж. То я сзади треба мне кое стати. Давай сзади, давай, не, давай. Давай, сзади. Становись, сзади, становись. Не, вот я... Да, это. Куда мне вставать? Возле вас. Ой, вставать. А мне похер там, как я выглядать, мне главное настроение. Ну не, тогда пусть сюда. Не, Оля, нормально, встань, не надо закрывать свет. Хай поярче. Не, Оля, встань, я краю. Ну, давайте, вы встаньте, а я коло вас пристроюсь. Сиди, вставай вот коло. Вставай біля мене. Вставай, вот так мене обніми. Вот так, а тепер вони. Вот так може бути. Вот и мы. Ну, более-менее лицо, да, у Наташи половина лица. Ну, ваши все пол лица немножко. Ну, ничего, пол лица, ладно. Можете, ну да, можете сюда. Ну, опять же, да, не будет видно колорита. Ну, вот так вот. Ну, чуть-чуть вот так, развернитесь. Ну, куда же? Да, чуть-чуть. Давай, давай. Все за что? Рядом встанем. Ладно. Все, давайте поем. Полутемно и темно, ну что, ничка, миссис на небе, да. Все, готовы? Начинай. Все, раз, два. Ну мы-то знаем, ладно, она просто... Ну ты не так, не мешай. Галя, ты темная. Не похуй, что я записываю. Ага, вот так лучше. Ой, чуть-чуть. Да. Все. Подожди, Наташа, живот убери. Ну я кушаю. Наташа, живот убери. Оля, страшно. Вот так, отлично. Вот так, отлично. Все, далее, начинаем. Яка місячна, зоряна ясная, видно, хоть голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Сядемо купочці під калиною, і над панами я пан. Глянь, моя рибонько, срібною хвилею котиться в полі туман. Глянь, моя рибонько,
Сонечко, рибною хвилею, колиться в полі туман. Такий Наташа, мать, робить живот. Я свой. Оля, живот убрать. Я кажу, не подаю, живот убрать, а я на бабу. І пошалати мене, а мать, живот не убрать. Міша на небі, давай, тоже співує, Васі. Місяць на небі. Ми розумі пиляти іроніки сягають, тихо по морю човен пливе, човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Ця пісня люба, та пісня мила, все про кохання, все про любов. Як ми любились, та й розійшлися, тепер навіки зійшлися знов. Як ми любились, та й розійшлися, тепер навіки зійшлися знов. А я лягу при вас. Я тебе спіла. Давайте ще якусь українську. Давайте ще. А там вона виграє. За сот лама пішла. Геть-бець, давайте якусь пісню. Геть-бець. Та замало приїжджайте, бо ми розгадаємося. Ще розгадаємо дні. А ви те на третій приїжджаєте. А як затормозити, скажи? Тільки взяли розгон, да? Таку пісню, геть-беть, щоб таке було. Ах, якби того, що я і так не взяла, то треба було сходити її. Яку? Постой, паровоз. Не стучите колеса. На тормоза, як маменьки родной, последним билетом. О-о-о, не туда пошли. Казаться на глаза. Ах, Самара, городок, беспокойная я, беспокойная я, так успокой ты меня. Лодка тонет, и не я тонет. Я росла и расцветала до 17 годов, а 17 годов кружит голову любовь. А Самара городок, беспокойная я, беспокойная я, да успокой ты меня. Лодка тонет и не тонет, потихонечку плывет, милый любит и не любит, только времечко ведет. А Самара городок, беспокойная я, беспокойная я, да успокой ты меня. И дальше. Все, ну, все, хватит. Давайте сейчас красиво. Пісня кончилася. О, дід Боб без руби, все не зима кончилася. О, то ж куди заспіваєш таке. Ну, дід Боб, давай, йдем. Ей. Все вже, хватить. Ну, так, що ти себе. Давай, пісня кончилася, давай. Пісня вся, да. Пісня вся. Ти починай, а ми давай. Ладно, давайте вся масовка сюди. Масовка ззаді вся сюди. Танцовка такої, лебеді, татарка. Я масовку. Є, Юр. Масовка, покажу. Не співаємо, а буде, а буде. А ми кажемо, гусі прилетіли. Як лебеді полетіли. Буде вло. Давай, пісню
кажуть, народ геть. Піснявся, піснявся, пісня кончилася. А дід баби зрубився, не зима кончилася. Два красноголовчики знайшов, той три знайшов. І супу наварили. Гриби наші. Всіх вітаю. Сьогодні утром. Сьогодні виїжджає. Участь брала, правда? Гриби теж собі. З 4 часов утра, да, Оля? Да. Сьогодні. Не спиться же вам? Я вже стала, Оля вже тут пощастила. І лежиться, і сон мене не бере. Нема кому пригорнути молодую мене. А хто мене вірно любить, нехай мене той. А хто вірно кохає, нехай мене пригортає. Стара бабка. Як халєра, аж хоче кавалєра. Добрий ранок всім, доброе утро. Приятного всем аппетита. Спасибо. Сейчас позавтракаем и в дорогу. Едем уже в Киев. Все, уезжаем, как один миг. Оля, только не плачьте. До скорой встречи. Да. Все, Настя, спасибо большое за прием. Вы такие молодцы, любим вас. Да, пока. Все, сейчас буду плакать. Гади, большой привет. И другой раз забирай Галю. Если забудет, видео останется. Ну да. Все, мы первые. Ну все, братку, то капец. Я бы прорвала и все, Олечка, давайте еще раз. Пока. Не плачьте, скоро будете. Даже раньше приезжайте, чем день рождения. Чем ноябрь. Давайте. Ага, плачет уже. Пошли. Все, пока. Ой, Ю, ну что ты оценил? Мушку, мушку. Плачет. Все, выезжай. Спать хочу. Ну так ложись, это ж хорошо. А что ты спать хочешь? А я Валя подушка. Трактор. Как там? Трактор едет дыр-дыр-дыр. Трактор болит дыр-дыр-дыр, мы все боремся за мир. Понятно. Боремся за мир. О, смотрите, какой белый-белый конь. Сейчас сниму. Мы остановились на заправке. Да, трубочки, да не надо, Валер, я так попью. Кофе. Остановились на заправке. Вот на такой БСМ. На здоровье. Галь, где будем пить? Вот здесь можно. Да? Ну давай. Что? Ну, там ветер и это. А я сейчас тарасы. Ну идем. Спасибо. Без сухой, если хочешь, то ладно. А ты машину отдай. Сейчас пока сытый после завтрака, после плотного завтрака. Но только... Смотрите, заправляет можно вон сколько. Ну да. Зарядный. Он для детячей, это для... Тоже детячий. Да. А это нам столики. Да, у нас хорошие заправочки нравятся. Ну да. Нам чистенько, уютненько. И самое главное, туалеты бесплатно. А то в Европе были постоянно туалеты очень дорогие. А у нас все почти... Нет, да, у нас все бесплатные. Погода сегодня супер просто. Солнце, ветра нет. Все дни мы были, ветер был. А сейчас нет ветра. Красота. Сейчас как раз только и гулять. И за грибами ходить, Галя. Идем на улицу или здесь будем? Да, здесь будем. Здесь, ну давай, здесь. Мы с Галей внутри посидели. А мы наружу сидим. А мальчишки наши на улице решили посидеть. Здесь тоже вон зеленая травка. Природа. Природа. Да какая природа? Вон ездит здесь газ от машин.
Вот кругом. Такая вот природа. А такая природа. Лес от машин, а лес от земли. Видишь, какой лес? Лес все-таки побеждает, да? Лес все-таки побеждает. Нет, мне кажется, наоборот. Да, вот напротив тоже, кстати, есть заправка. Мы ехали в Бухару, помнишь? Что? Один мужик рассказывал на конференции, был он сам из Полесского заповедника. Говорит, я когда приезжаю в степной заповедник и экскурсию ведут, я выхожу, леса нет, мне кажется, что я голый. Так и я, когда в Бухаре были, на Амударье остановились там, я выходил, мне казалось, что я голый. А тут я одетый. Шуба прикрывает, да? Да. Валера уже тоже приучился к этой природе, да? Валера уже привык к этой природе. За 3 года не привыкнет. Ривенская атомная станция. Проезжаем сейчас. Ривенская. Ривно город. По-русски не знаю, как будет. Ровно. Ровенская, да. Ровенская атомная станция. А здесь поля, что ли, засеяны? Да, здесь, видите, люди собирают. Это же здесь, смотри, сколько людей собирают. Это кустарник. Это здесь малина и смородина, что-то такого. Ягоды, да? Да. Ого, сколько людей. А здесь и низкорослые деревья такие, как яблочки есть, все такое. Смотри, смотри, целые поля, видишь? Да, у дороги прям. Смородина. А, смородина? Проехали, да? А вот это яблони, вот, наверное. Это яблонки. Ага, понятно. А дальше тыквы. Поля тыквы. Ага. О, сколько много тыквы. Опять яблоки пошли. Да. Плохо, что яблок не продают в этой дороге, да? Злану до стола, чтобы было. Ну да, злану. Птички в лесу поют. Я уже думала, что они уже не поют. Уже полетели на южные края. Остановились возле речки Льва. Вот речка Льва. Посмотрите, как красиво здесь. Вася рассказывал, когда-то у меня было видео, когда мы ехали, останавливались здесь. И посмотрите, красного цвета. Вася рассказывал, почему она красная. Потому что много железа. Красота, Юля? Ага. Юля всю дорогу проспала. Давай еще яблоко, я сейчас помою и потом... Что-что? Что ты питала мене? Чего, что? Лев есть. Ты что, львы есть? Ты что, львы живут? Нет, просто называется речка Льва. Как красиво здесь. Остановились. Сейчас еще немножко подкрепимся, чтобы до Киева доехать. Ой, а погодка-то. Просто прелесть. Вот такую бы нам погоду, да, в прошлый раз, а то мы в самый ветер ходили, а сегодня такая супер погода. Просто. Природы нет плохой погоды, всякая погода благодарна. Снег и дождь в любое время года, особенно снег летом, надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Что нам сегодня Бог послал? Мама все собрала. Яблоки, сегодня хлеб, Бог послал нам на обед котлетки, сыра. Что, сыра не вижу. Он в банке. Там. Вообще нам послала Оля. Оля, спасибо тебе большое. Бо сголоднили уже, геть, он зубами чвакает. Уже жуем, Оля. А то мы не хотели, говорить. Да, не хотели брать, Оля нас заставила. Да. Говорим,
мама взяла в кулечек, я взяла в лоточек. А все равно набрали, да. Да. Миша, идем кушать. Я пришел. Давай, я пришел, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молоду, з ума з розуму свела. У меня здесь тоже немножко ветерок есть, кстати. Холодно? А ты спала, тебе кажется, что холодно. Да, на солнце надо идти, и будет жарко. Нет, жарко, а ей как раз будет. Бабуля, внучку выручай. Там телефон не солнце. Все, подзаправились, едем дальше. Городом осень. Так, по дороге мы решили еще остановиться, уже к Киеву подъезжаем. Попьем еще вот здесь вот кофе. Что ты там есышь? Юль, что ты там есышь? Сладости. Сладости. Как называется? Блинчики с вишнями. Вышли на улицу. Погода, боже мой, все лучше и лучше погода стала. Все желтенькое. Вот даже есть выход на улицу. Да, есть на выход на улицу. Красота. Только чашечки вот мне не очень нравятся. Ну, может, придорожное кафе, поэтому я люблю чашечки, а тут стаканчики бумажные. Нет у них. Ну, блинчики хоть вкусные. Ага, ну все, со сметанкой, смотри.